легла, и мне очень понравилась подушка ортопедическая. Называется Медифлекс. Она прям вот, ну, прям вот ложишься, и она сразу вот подстраивается, как будто вот прям под голову, под шею. Я просто в восторге, сплю отлично. И другой врач посоветовал мне поменять подушку и матрас. Вот. Да, да, купили матрас Сёрту, подушку Техногель. Там, кстати, в этой подушке необычный гель, который охлаждает температуру тела. Ну, как нам сказали продавцы, как только я перешел на подушку Техногель, сразу же мне стало спать более комфортно, более... Я начал высыпаться просто с утра и понял, что я не могу просто без этой подушки. Да, я тоже сначала не сразу привыкла к этой подушке, но потом привыкла и сейчас не хочу вообще с ней расставаться, никому ее не отдам. Моя подушка. Нет, это моя подушка. Нет, давай я ее себе оставлю. Нет, это моя подушка, это моя. Вроде когда ее нет, тоже спать нормально. Но когда появляется ортопедическая подушка, это что-то незабываемое. Я, например, сейчас ее ни за что не променяю на обычную уже. Так, в общем-то, и у всех моих друзей получилось. Отличная вещь. Да я тоже высыпаюсь. Мне она даже чуть веселее стала, по-моему. Принес домой в обеденный перерыв. Решил попробовать. Думаю, 5 минут поваляюсь, посмотрю как. Час спал. Еле на работу успел с обеда. Теперь каждую ночь высыпаюсь до упора. И жена бодрая, и я как огурец по утрам. Я сейчас прихожу домой вечером, ложусь спать, просто нет слов. Я просто вот утопаю в этой подушке, и она как будто меня обнимает, и кайф.